Портал virtuspro.org приветствует вас. Первый день главного турнира Copenhagen Games. Рядом со мной игроки женского состава Virtus.pro, Virtus.pro Ladies, партизанка Пати и Вилка. Девчата, чуть не сказал ребята по привычке. Девчат, как у вас настроение? У вас еще игры не начались. Как вам вообще вот ивент, место проведения и вот та куча народу, куча геймеров, которые здесь ходят, бродят и играют, кричит и так далее? Ну... Я вся на нервах, я не знаю, что сказать. Звезда в шоке, да? Звезда в шоке. Первый раз на таком событии и... Понятно. Ксюш, у тебя? Ну, здорово, очень много профессиональных команд, очень должны быть интересные игры. Интересно наблюдать не только за женскими, естественно, за мужскими командами. Может, что-то, чему-то научимся. Хоть чему-нибудь. Да, ну, в общем, все здорово, хорошее настроение. Ну, единственное, что огорчает то, что... Вот Полина, наш капитан, у нее температура, она себя плохо чувствует, но, надеюсь, это не будет нам помехой. На самом турнире, кроме там Virtus.pro Male, да, мужского состава, вы будете поддерживать, поддерживать какие-то коллективы, женские, мужские, то есть кто-то вам симпатичен на этом ивенте? Ну или, может быть, за кем было бы любопытно понаблюдать? Я, наверное, буду наблюдать за Форестом, всю свою жизнь за ним смотрю. Хоть рядом вот так вот постоять с ним, сфоткаться. Да. Сильно только из камеры не убегайте. Я... То есть за непамятью? Я, в принципе, не знаю, кто, где и как играет, поэтому я, наверное, даже не волнуюсь по поводу своей игры. И все, наверное. Ксюш, у тебя какие-то есть предпочтения? За кем ты будешь наблюдать? Я буду наблюдать, за поляками, за Escape Gaming. Недостаточно интересно смотреть за ними. Ну, думаю, за Непами, за шведской командой. Ну, то есть за топовыми кейсерами бывшими, скажем так, да? То есть как наиболее интересно. Хорошо. Расскажите, у вас была возможность посмотреть Копенгаген, посмотреть вот город и вообще вот как вам район, в котором вы разместились? Ну, гостиница как вам? Гостиницу, ну, как сказать? Больше похоже на советскую гостиницу. У нас два душа на 50 комнат. Не очень. А райончик как тебе? Вообще, как тебе Копенгаген? Оправдал твои ожидания? Я ожидала немного другое. Район полон секс-шопов. Я еще ни разу не видела банк или продукты, аптеку. Я еще ни разу не видел секс-шоп, я думал, ты скажешь. Ну вот так. Понятно. Ксюша, у тебя какие? Ну, во-первых, меня огорчила погода. Потому что я ожидала приехать из зимы, хотя бы в весну. Но в итоге из зимы приехала в зиму. Вот. Во-вторых, цены тут высокие, скандинавские страны, достаточно высокие цены. Ну, отель так себе, конечно, все слышно, невозможно уснуть. Но, в принципе, это вообще не должно быть для нас помехой. Главное то, что вот мы здесь находимся, у нас будут игры, и все должно быть хорошо. Вы обмолвились о том, что, в принципе, не очень понимаете, ну, знаете, как могут выступить те или иные ваши соперники по группе, ну и вообще по турниру. В чем проблема? То есть вы мало играли именно с женскими коллективами? Мы, в принципе, не тренировались с женскими коллективами. Как сказать, не полили страты. А там есть что полить, да? Конечно. Есть что полить. Ну, просто мы не хотели... Пускай лучше наши соперницы нас боятся, они не знают страх перед неизведанным. Да. Но, да, мы... Пускай лучше боятся неизведанного, чем нас. Но это психологическая атака. Хорошо. Ваши ожидания по поводу ваших турнирных перспектив? С какого места планируете выходить из группы? И вообще, какие планы на турнир? Медальки сможете увезти в Россию? Топ-1, медали, грамоты. Много, слава. Да, слава, бабло. Деньги, мужики. Ну, мы не играли пока что ни с одной, как уже говорилось, с женской командой, поэтому я не знаю, какие наши шансы на победу, но мы действительно нацелены на первое место, но как и все, не знаю, коллективы. Ну, хотя бы в топ-3, но очень надеюсь, что так и будет. Понятно. Ну что ж, я вам желаю удачи, надеюсь, действительно, медальками вы нас порадуете. Удачи вам в играх. Какие-то финальные слова для тех, кто вас знает, любит, болеет, поддерживает и так далее. Привет, Екатеринбург. Все. Привет, Москва, по логике. Привет, Москва. По логике. Это были игроки женского состава Virtus.pro Ladies на Virtus.pro.org. Следите за нами на Копенгагенских играх.